Друзья, всем привет! Я вам хочу рассказать о своем опыте наставничества. И сегодня об этом вам расскажет моя ученица Гульнара, с которой мы открыли вот этот салон. Вот, есть ли на них спрос вообще у тебя вот в салоне? И стоит ли вообще вот так ставить ассортимент? Да, есть спрос. Мы поэтому и расширили ассортимент, потому что клиенты приходят, спрашивают. Процесс создания, но опять же, может, я повторюсь, что мы старались сделать не просто цветочный магазин, да, а чтобы запоминался этот салон, когда приходят к нам гости. Вообще. Тебе тоже огромное спасибо хочу сказать за все, за то, что ты всегда меня поддерживал, за то, что ты направлял, за то, что ты посещал, когда вот курировал, да, то есть...